И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Глеб и Наруто, сегодня мы играем Каризмо. Димочек, поздравайся. Всем привет. Как и обещали, карта Лабиринт, вы поставили очень много лайков. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Дима, ты будешь спамнить или я? Так, ну я не знаю. Давай можно... я поспамню сначала фиолетовых челиков, ты готов? Да, готов. Два, чтобы было по-честному, я буду в рандомных местах спамнить. Вот здесь вот, пошел. Так. Они бегают, да, по лабиринту? Да вообще четко, они знают его наизусть лучше, чем ты. Ох, ребята, сейчас будет офигенно. Да-да-да. Димон, я даже вижу, как один сказал, я иду к Димону Покемону. Ладно, он так не говорил. Димас, быстрее шевелиться, а то сейчас они сюда поприходят. Так. Ай-яй-яй-яй. А, блин, тут балди. Страшно, Димас. Классно. Сейчас они... Димон, он тут. Я блин, видел, это видел. Класс. Он прямо его зарезал и за мной пошел. Так. Четко. Меняем курс, меняем направление. Блин, это опасно. Кажется, что он за угла сейчас выйдет и убьет меня. Ты можешь бежать от аниматроника и попасть в тупик. Да, это будет, конечно, фейл. Да, вот допустим, на пиццерии мы когда выживали, то мы могли просто бегать пиццерию, там убегать, места было очень много. А здесь тебя могут со всех сторон прессануть. Так. Все отлично. Ребята, если вы хотите, чтобы следующую серию мы записали аниматроники пугают охранника, ставьте лайк. А в комментариях можете написать, какую часть карты взять. Я вообще хочу FNAF 4. Не, я что-то бегаю и ни одного аниматроника не могу. Может, они тебя уже не хотят тебя убивать? Не хотят, да, меня убивать? Может, есть какие-то места, где они застряют? Нет. Бегают, да, все? Кажется, Димас, они просто очень медленные. Да, Андрей, я полечу, посмотрю, может застряли где-то мужики. А давай я тоже взлечу просто. Лабиринт просто. Нет, Димас, громадный. Они все за мной бегут, они все за мной. А вот застряли здесь, я вижу, и ходят. Блин, они очень жесткие. А, Димас! Блин. Димас, ты Бенди? Да. Блин, Димон, ты специально меня спросил, чтоб я проиграл. Я просто вижу, Димас, что сзади тебя аниматроники спереди, и ты Бенди. Это жесть. Кто нас выиграл, получается? Наруто. Так, ну что? Давай добавим еще. Еще и начнем, да? Да. Сейчас добавлю. Знаешь, кого добавлю? Пурпурных человечков надо добавить определенно. Сейчас. О, спрингтрапов можно добавить. Я тоже их, Димон, добавляю. Видишь, я уже их добавляю. Ты... Блин, они не бегают здесь, они жирные, Димон. Они везде, они застряют, да. Они толстые такие. Вот кабаны, ладно, они с этой части не хотят. О, есть идея. Что, какая? Офигенная идея, Димон. Тебе понравится. Ты хочешь обычных NPC-шек поставить с ножичками? Не. Плюштрапов поставить. Да, а их много, они классно будут бегать, кусать всех. И они не застряют. Да, они вообще четко бегают, идеально. Вот Чику можно удалить, она застреет только. Давай мы ее грохнем. Сейчас мы, ребята, все сделаем, будет по красоте. Так, Монька, ты че тут? Тоже застрял, друг. А когда они даже застрют, даже прикольно. Там, знаешь, типа идешь, а там впереди застрял аниматроник. Ой, подлагай, все. Больше не буду ставить, у меня Димон подлагивает. Все, можно начинать. Давай. Вот это мы их там нафигачили. Я готов. Давай, а то они уже бегут сюда, надо расходиться. Давай, Спанч Боб, иди, веди меня в верную дорогу, показывай. Только не так, спеши. Идем. Я боюсь то, что я сейчас умру самый первый. Следующую волну мы сделаем марионеток невидимых, это будет жестко. Так. Хардкор. Сейчас это для этот... Было новичок, теперь нормал. Сзади кусает меня за жопу кто-то, Димон. Я слышу звуки. О, Фредди пошел за тобой. Блин! Я испугался, реально. Да, Тимон, нет, выживай, нет. Я верю в тебя. Ой, я чувака встретил. Да куда ты идешь? Тут тупик. Я вижу, Димон, тебя. Я вижу, как Димон выживает. Ребята, давайте посмотрим. Так, бежит, Димон, бежит, бежит. Я укусил один раз штрапик. Я вижу. Я живой. Там никого нет, куда ты бежишь как раз. Я-то тебя знаю, знаю. Не, никого нет. Димас! Никого, все, тупик, кусай, выключи штраф, давай! Прощай, Димон! Есть, красота! Зажала тебя, видишь? Побегу дальше, не получилось. Что-то подлагивает у меня. Подаля чуть-чуть. В друг друге застреют они и начинает FPS падать, понял?
Димон, давай я их застопорю сейчас. Давай, идем на другой конец. Давай, делай их невидимыми. Димон, от тех аниматроников ты всех удалил? А, давай карту очищу, хорошо, давай. Давай. Это будет хардкор у нас. Да, 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 да. У нас будет сейчас элитная, короче, это... такая волна, понятно? Все, так. Это, беру материал. Это будет, ребята, сейчас очень сильно. Все, Димон, больше не надо, не надо. Не надо больше? Не, не надо. А, ты же их удаляешь, а мне думают, а что их так мало? Ну ты что такое, ставлю, и мало, и мало. Ну что, ребята, давайте летим тогда, давайте к башне все, с башни начнем. Я думаю, будет самое прикольное, эпично. Если мы сейчас ближе начнем, они нас просто так расфигачат. Ну что, Дима, давай. Так, они невидимые и очень быстрые. Все, Димон, у меня уже скример появился даже чуть-чуть иногда. Да, тоже вижу. Так, блин, а что я застрял? Так, я бегу наверх, пока мне что. Они так сюда придут, Димон. Они же... О, скример, значит, она сейчас сюда придет. Димон, она когда будет сюда идти, я прыгну. Ты увидишь тень, скажешь мне или нет? Да я сыкую. Так, а мы не знаем. Я знаю. Я увижу ее, сейчас тень там будет, по-любому. Как мы увидим, они невидимые. А тень будет. А, ну, может быть. Сейчас, ребята, они как жуки сейчас приползут сюда, быстро очень. Поэтому надо быть очень внимательным. Это даже прикольно. Я спрыгну с башни, буду бежать со всей силы. Димон, бегут, спрыгивай! Бегут! Где? Я обманул, я думал, ты прыгнешь. Вот, блин, ты не повелся, а прикольно. Ладно, ладно. А может, они сюда залезть не могут? Могут. Димас, они идут! Я упал случайно, блин! Они идут, Димас! Я наверх лечу, чтобы это посмотреть. Где? Вот. Вижу. А чё я... Димас, я умер. Я прыгаю! Димон, я бегу в лабиринте. Я бегу. Ребята, я смогу выжить. А! Да как так быстро? Я хочу еще раз, Димон. Давай еще раз. Да, давай еще раз. Я на островке с водой тебя жду. На островке с водой, я вижу тебя. Так, тут просто безопасно. Мне кажется, они сюда не придут. Иди сюда. Я боюсь, Димон, их уже, они очень жесткие. Давай. Сейчас здесь прыгнем. Жопу остужу, а, хорошо. Давай, все, прыгаем. Раз, два, давай, Димон, беги, все, беги, я Димон, беги. Что тут лабиринт какой-то странный? Димон, я спрыгнул. Димас, это самый худший лабиринт, который я увидел тут. Согласись, они очень быстро к башне пришли. Очень быстро. Прям нашли вход, все, там четко. Так что, я не знаю, долго мы протянем или нет, ребята, но мы выживаем. А я бегу по лабиринту, выживаю. Я сейчас не буду останавливаться, потому что если я сейчас остановлюсь... Заскрамнилась на меня. Прощайте, друзья, я выжил. А, железный челебиздрик, тут тупик, блин, жесть, говно. Я жить хочу. Я тоже. Она на меня агрится. Прощай! Сзади чувак умер! Тупик! Ты живой! Димон, я взял оружие, я их иду отстреливать. А, теперь зачистка. Да, а я их не видел, их тень даже не видно. Как их убить? А просто стрелять надо. Давай, идите сюда, мужики и девчонки. Просто Димон, встань в проход и стреляй. Все, давай, ждем их. Ребята, отстрел идет. Ждем. Когда, Димон, увидишь кого-то, скажешь... А, я упал! Димон, помогай мне! Я сам... Я буду в тупике и стрелять, смотри. Это самый лучший вариант. А, на меня никто не агрится, я живой. Убил марионеток, убиваю их. А где ты? Во-во-во, стреляю. Оставь мне одну штуку, хоть инвалидку одну. Меня все это убили. Замочили? А, вот это взрыв. Ну чё, идите сюда. А, тут можно подняться. А! Да я ж стрелял, да как? Hasta la vista, baby. Ого. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и Кит Макс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта Лабиринт. Будем играть в прятки-догонялки. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Я пошел. Все, время пошло. 35 играем, секунд. Играем, ребята, кстати, мы на карте Лабиринт. Карта новая, крутая. Давайте взлечу, покажу, пока они разбегаются. Мы еще и не записывали. Она просто здоровенная. Здесь 9 отсеков здоровенных. И все здесь есть.
Волны, нашел лабиринт. Карту. Ой, нашел место. Ну да, здесь можно сказать карту. Нашел, Димас, место, короче. Давай считай, до скольки умеешь. Да я не умею. Поэтому я сразу иду убивать. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Так ты же аниматрониха. Аниматроника? Я аниматроник Фокси. Ты че обзываешься? Ну ладно, я прощаю тебя. Офигеть, спасибо тебе, Диман, ты такой добрый. Ребята, ставьте лайк за хорошее настроение. Ну все, Димас, читай. Я иду, я уже иду. Я, кстати, хожу-хожу, нифига не нахожу. Ну, тут очень все так как-то слит. Я увидел кого. А, то портал шевелится. А, Димас, а можно тебе ловушки ставить? Ну, такие западлические можно. Обычные нет, нельзя. Я, в общем, такое западло тебе сделаю. Западло. А тут только можно два пропа ставить, вот говно. Димон! Ах ты, говно! Или кто это был? Это не я. Это я. Отступаю в портал. Отступает. Блин, он так быстро убежал, не успел его поймать. Я знаю, что, Дима, знаешь, где ты прячешься? Хочешь, я угадаю? Туалете. Димон прячется там, где вот эти кубы стоят. Нет. Не знаешь, где я прячусь? Я знаю, просто не хочу говорить, что ты не умер сразу. Ты что летаешь тут? Я не хотел. Я не могу убить его! Бессмертие, что ли, включено? Да, стой. Бессмертие, Димас, выключайте. От говно. Это, кстати, не я был, Димас. Кстати, настройка песочницы, да. Не, бессмертие не включено. Просто очень быстро. Это очень странно. Давай возьмем другого аниматроника. Может, он не может убивалку делать? А может, ты по нему не попадаешь просто? Да не, прям попадал, там ник светился. Прям вот и ниже, и выше брал. И по голове, и по спине лупил. Я буду за Лефти играть. Он точно убьет всех. Не, не всех. Так, ну что-то, ребят, пока тихо, пока мы что-то не наблюдаем. А ты можешь подсказку дать мне какую-то? Да, могу дать подсказку. Я сделал ловушку. Димас, хочешь мне подсказку? Пойдет, Димас, подсказка нормальная? Ну такое себе. Я ищу запах по ловушке. В общем, если что, я вижу свет. Какой? А какой лампочку. Цвет вокруг тебя? Не, если я скажу, то я спалюсь сразу же, Димас. А, нет, может, у такого нету. Спалюсь. Глупо от нас. Спалюсь. Сразу спалюсь, Димас. Палево 100%. Ну, приблизительный скажу. Цвет. Ну, нет, я не буду говорить. Есть! Лефти это сделал. Кэт Макс, давай помогай мне, потому что они очень мощные. Да, нас теперь двое. А? Мы с тобой вдвоем остались, да, Серега? Да. Ну что, Серега, как думаешь, кто окажется в лапах аниматроника, я или ты? Ты. Ну, скорее мы оба. Не, оба невозможно вообще, не получится. Получится, я так сделаю. Димон, я иду к тебе. Ты ко мне придешь? Приведу Димаса с Китмаксом. Да иду к тебе. О, тут лифтик есть какой-то. А тут карта здоровенная, я ее не изучил еще. Ой, кого-то видел там. А нет. Давайте сюда пойдем. Тут я был. Так. Ищу Димана покемона. Опасного преступника и аниматроника. Не могу найти их. Ищи, ищи. Ищу, ищу. Найдешь нас по запаху. Ой, ловушка Димона сработала. Ах ты хитрый жук. Это моя вообще-то ловушка была. Димон, ты где-то здесь. Я вижу гранату, Димон. Есть! Сережка! Ого, сколько здесь гранат? Поставил себе стульчик, воду, арбуз себе сделал. Молодец, красава, кинотеатра не хватало. Ну где-то здесь. Да мы его сейчас найдем. По-моему, он в розово-зеленой лаймовой комнате где-то здесь. Я по выстрелам слышал, что где-то он тут, да. Розово-зеленый? Кого-то видел. Ты спалился, я слышал. Нет, ищите так внимательный, ты, я ты, где-то ты, очень ты, хорошо спрятался. Ты же ребята, это походу самая имбовая нычка, которая вообще есть на этой карте. Реально, они сколько уже ищут, найти меня не могут, вообще не Дима, на тебе, я знаю где ты, я ищу тебя.
Ты вот здесь, где-то в этих комнатах, там где звездочки есть. Да-да-да, он здесь, скорее всего. Вот я сейчас ищу. Я слышу, кто-то стреляет. Тут, короче, звездочки, всякая мотня нарисована. Да-да-да. Полосочки. Тебе моя ловушка настолько понравится, насколько вообще может понравиться. Ну что-то с пробами. Тю, я испугался. Это наш. Портал. Вот, ребята, смотрите. Вот портал. Здесь, Димон. Вот здесь. Желто-розовая, пацаны, все сюда. Нет. Вот, блин, нет. Ребята, классная, надеюсь, нычка вам очень понравится. Так подсказывай уже. Короче, я вижу что-то красивое. Ты в зеркало, да, наверное, смотришь? Нет. В общем, я вижу белый цвет. Белый? А где у нас есть? Розы. Белые розы. В общем, я вижу белый цвет. И он тут единственный, который вообще существует. Цвет. Цветов. Белый? Единственный. А, я понял, всё, я иду туда, понял. Тимон, к тебе. Нужно найти этот лабиринт. Он тут в окне где-то сидит. Заныканный, в окошке. Вот, да, в окошке может быть или наружу. Вот здесь, вот я, ребята, знаю, я иду к нему. Есть! Димон, если бы ты не сказал, какой цвет, я бы тебя не нашел. А я почему тебе говорил, что если я тебе цвет скажу, ты меня найдешь сразу же. Блин. Какие мои ловушки невидимые? Вообще крутые. Крутые Димонычки и ловушки я не видел. Ладно, давай ты будешь искать теперь, умник. Теперь я ищу? Конечно. Все, Димон, давай, я запрятался, ищи. Все, я жду. Можешь искать уже, все. А, все, все запрятались? Конечно. Я играю, кстати, за кошмарную марионетку, сразу вам скажу. Вот это страх. Вы еще обосретесь, когда меня увидите. Да, я уже чувствую, кто-то вальнул. Знаете, почему я ее взял? Потому что она самая быстрая из всех аниматроников. Ты думаешь? Да, я знаю. Она единственная аниматроника, которая быстро бегает. Ай, блин, какую-то жопу упал. Так. Мэм, где же вы спрятались, как кашечки? Я могу тебе подсказать, хочешь? Не. Ах, застрял. Надо заново становиться другим аниматроником, я стану. Нет, нифига, стану таким же. Так. Блин, где же вы спрятались-то, а? Я могу тебе цвет сказать, приблизительный. Не надо, я пока начал. Как говорится... Блин. Опа, нашел одного камнюшку. Мочи, Димон. Я за ним бегу. Или не за ним. Так, а где он? Блин, он в лабиринте из этих колонн, знаешь, лабиринт. Да, там очень тяжело поймать. Давай. Да мне не нажимается. Черт, давай. Бери лефти, Димон, лефти сразу мочит. Есть! Yeah. Кэт Макс ушел. Серега, мы с тобой вдвоем остались, одни. Ну, давай, получается, я все равно же последний выжил. Ну, получается, победителем был в той игре, да? Да. А в этой игре победителем кто-то будет из вас, либо Серега. Хочешь, Димон, приз мы тебе дадим? Приз, показывай рыбу. Приз, да, тебе? Да. Под подушку утром увидишь, там у тебя будет приз. Насрёшь, что ли, туда? Да не делать ничего, тебе под подушки ночами срать. Не знаю. Вот это у тебя фантазии, Димон, класс. Так, я чувствую, что вы где-то здесь. Вот где-то вы здесь запрятались. Просто я пока еще не догнал именно где. Ох, блин, вот это лабиринт. Как в нем вообще кого-то искать? Димас, давай присаживайся. Вы были в лабиринте, где-то вот эти кружочки выпученные были, такие? Были, да. Мы там. Офигеть, сейчас. Тут вообще такая наркомания происходит. Вот это мы сейчас там, ты нас сейчас можешь найти. Не, вас там нету, я потому что все обыскал. А, нет у нас там, да. Да, нету. Так, чё, Кэт Макс, ты мне помогаешь? Да. Давай, Димас, сюда чаёк попьём, пока они нас... Не-не-не-не-не, они нас там могут найти или не? Нет. О, норм, пойдёт, садимся.
Только ничего не вижу, синокружки большие. Вы что, вместе что ли? Да, да, мы ныкаемся от вас. Серега поставил, короче, стол, чайник, две кружки и какое-то... Молоко. Ну это молоко, наверное, я не знаю, что это. Молоко. Вот вы офигевшие, конечно. А, милк написано, да. Мы сидим чай пьем, что ты лезешь? Я лезу, да. Зима, холодно на улице, снег лежит, а у нас чай горячий с молочком. Отлично, отлично. Эх, жалко то, что конфет нету. Так давай заспам, это же Грисмод. Вот тролли, блин, я сейчас вас найду. Так это не конфет, это кукла какая-то вонючая. Ой, куда же вы запрятались, а? Я могу тебе цвет подсказать один, а их тут несколько. Ну, два. Давай. Я вижу розовый цвет. А я вижу арбузы. А он видит арбузный цвет. Да, нормально, нормально. Пойдем. По арбузу, да, дал? Арбузы, не, я сяду, чтобы нас видно не было. Аллилуйя, это дождь. Я просто помню какой-то биом есть, но как-то не знаю, как туда пройти вообще. Я забыл, какой портал нужно использовать туда. Да на В пролети, если хочешь. Не, не хочу. Я пролетал иногда, потому что сильно далеко бежать. Не, я все хочу, чтобы по-честному было. А, ну давай, честный человек. Честный человек. 6 гребаных часов спустя. Пацаны, вы где? Как выйти с этого портала? Не могу найти чертов портал. Не-не-не, все уже, все нормально. Часть третья. Нашел Серегу. Если вы говорите то, что у вас несколько цветов. Один это розовый. Второй это... Я вас уже найду. Здрасте. Забор покрасьте. Нормально сидели, пили чай. Я помню этот биоп, только забыл, как к нему проход найти. Нашел, нашел. Ты пролетел на В? Нет. Я на записи посмотрю потом. Посмотри, посмотри. Привет, дорогие друзья. С вами Димас, Фонтан, Фликс, King on Fire, Бродяга, Алга. Пацаны, поздравайтесь. Юху, всем привет. Всем привет! Наконец-то у нас очень классная карта, потому что все написали в комментариях, чтобы мы взяли карту Лабиринт. Если опять не кушать приятного аппетита, у нас карта Лабиринт и собака-кот, кэт-дог или монстры Хендерс у нас сегодня будут у нас гоняться за нами в Лабиринте, а мы будем выживать. Погнали! Давай, на счет три можно смочить. Раз, два, три, выживаем. Поехали, пацаны, ну держи. Давай, 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 я верю в тебя, ты не сможешь никого убить. Во-первых, надо очень большой опыт, очень большой. Я видишь? Попал, курил. Не попал. Конец карты. А он не сможет попасть, вы можете рядом ходить, он ничего не сделает. Так, не понял, я упал. Ты прыгай. А, тут прыгать можно? Ну ты же прыгаешь, ты что, не видишь? Ах ты. Привет, давай, давай, я в тебе. Ему неудобно прыгать, я знаю, что я буду использовать его слабости. О, пацаны, давайте, короче, все паркурим на ту вышку стеклянную. Встречаемся там наверху. Будем его троллить там. Я потихонечку. Уже. Режим полета, наверное, надо да, отключить, чтобы никто не летал. Чпонькс, чпоньк. Кстати, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может с нами зайти и записать. Кстати, вернулся к нам King on Fire, кто помнит его в роликах, давайте плюсик в чат, кто помнит King on Fire. Кстати, надо записать, значит, нам рубрику «Аниматроники пугает охранник». И вообще, я хочу сделать новую рубрику про аниматроников, это все анимации показать. Какая анимация самая крутая? Как вы думаете, как такая вам рубрика? Блин, запрыгивай кусок. Может. Просто надо найти, кто анимируется нормально. Так, я уже допаркурил, пацаны, вы где? Я вижу, он там сзади прыгает, как дурачок. Да, сейчас, наверное, будем мы тебя мочить, а не ты нас. Алло, ну зачем вы стреляете, когда я даже сам не могу нормально идти? Ты не можешь идти нормально? Я не могу нормально. Хорошо, можешь брать пилпак любой. Можешь даже аниматроников брать, давай. Сегодня у нас свободная тема. Всё. Сегодня не я выбираю пилпак, а сегодня пилпаки выбирают подписчики. Давайте, сегодня... Кстати, будем делать новую рубрику. То, что подписчики хотят, то и будем записывать. Прям на лету. Погнали, давай, бери кого хочешь. Только не тот, кто бьет на расстоянии, так будет не сильно честно. Давайте, гасим его. Он где-то там. Он уже не там, кстати, он должен сейчас и тут быть.
Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднимать людям настроение и продлевать людям жизнь, раз люди много смеются. Вы видите его, этого челепиздрика? Я не вижу. Вижу, вижу, идет. Фликс, ты можешь брать любого, любой пилпа, какой хочешь. Ну, я нормально. Пойдет тебе этот, хорошо, мы тебя гасим. Пока ты там этот, мы тебя будем раздуплять. У него же 4500 жизней, мы уже пятихатку вынесли. Шальная пуля. Так, пацаны, он сюда приближается, будьте внимательны. Фух, я чуть не упал. Он идет, внимательно, чекаем. Закидываю проход красными гранатами, закидывайте. А, я не успею, наверное. Где эта граната? На. Выдаю гранаты. А, пацаны, все нормально. Все живые, никто не умер. Я упал, нормально. Пацаны, он всех разогнал с потолка. Ой. Побежали. Не знаю, есть бабка Гренни, есть аниматроники, куча разных у нас. Убийцы всякие есть. Так что, ребята, давайте, кто проигрывает от его рук, тоже становится убийцей. Так, я не знаю, я куда-то бегу в сторону вышки. Но у него очень большие преимущества, он мог бы нас убить, но тяжело. Так, поднимаемся наверх. Он ушел. Кстати, там же есть пилпаки, которые лазят по стенам. Но не буду я ему рассказывать про это. Нельзя знать. Никому. На! Ой, четко попал гранаты. Да прям там, где он находится. Сдохни. Да алло, Вот это мы его гасим. Прикольно. Давай, РПГшник. Я в тебя верю, ты сможешь. Красиво. Ну это, конечно, с опозданием большим. Убил его? Да. А, ну... не, вон он. А, нет, труп, кажись. О, я убил. Не того. Извини. Вижу цель, не вижу преград. Так, что у нас есть? У нас есть вообще очень классное оружие. Называется оно Грендвич. Это очень мощный воздушный удар. Ого! Бегите уж, патронник. О, сейчас будет жестко что-то. Слышите взрывы эти? Это с неба летят. Я не знаю, что будет. Сейчас будет что-то такое жестокое. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, красиво. Давайте сделаем еще красивее. Мы сейчас, короче, знаете, что здесь делаем? Смог. Так, я уже не помню, где тут где-то есть Mortal Strike. Третья мировая война, что ли? Море. Пацаны, я убегаю оттуда, я и вместо дыма не то вызвал. Где-то есть тут смог, я уже не помню. Третья мировая война была только что. Да? Так это же классно. Слышите, летит самолет. Ого! Вон пролетает и гасит просто всех. Пролетел. А сейчас четвертая мировая была. Да? Грендвич. Вот, смог. Прикольно разговаривает. Так, пацаны, а где наши убийцы? Ого, это было рядом. Я вам сейчас там задымил все. Паркурим потихоньку. Димас, мы уже на вышке. Слышите? Взрывы в воздухе. Да это не сильно будет. Это так, чуть-чуть. Это домовушка, чтоб не было видно, кто где. Leitstelle, die Gruppenführer, könnt ihr eine Rauchschwade an diese Stellung abfeuern? Ende! Ой, сейчас будет жестко. А где убийцы-то? Никого нету, что ли? Ха-ха! Че, умерли все или что? Ой, куда-то сейчас летит что-то жестоко, надо валить.
Я, наверное, эту сторону вызвал. Ой, пошло, пошло. Ух ты! Сори, обстоятельства. Фликс, а ты где? Я здесь. А что ты нас не мочишь? А я попасть не могу. Хорошо, давай, мы тебя ждем вот тут, вот, на зеленой зоне, там, где поле возле воды. Давай, иди сюда. О, вижу, 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 пошел. Давай, ты сможешь, я в тебя верю. Под воду пошел? Нифига себе ты можешь, мужик. Ай-яй-яй-яй-яй, это было рядом. Ой-ой-ой-ой, давай, попадешь, ты попадешь? Ну я ж не такой, как пацаны. Я немножко по-другому играю. Это будет воздушный удар, походу. Вот, летят, летят, надо валить. Слышите? Ой-ой-ой, сейчас на аниматроника прилетит кое-что. Ой, красиво. На, убили? Аниматроника загасили? Я загасил казуист. Нифига себе ты этот. Какой-то имбовый. Убить аниматроника — это редкость. Так, я пока тут постою. Меня еще не замочили, я тоже стал убийца. Так мне никто не мочит. Хотя есть давайте бабка Гренни. Куча всех. Так можете любого брать, свободный выбор. Я опять загасил аниматроника. У него жизни, может, мало? Фиг его знает. Никого нету. Опа, идет, идет. Ну, так меня не убить. Я ж тебе не тот, что ты, пацаны. Надо, пока он там бегает, под воду убежать. Стоим. Потихонечку съезжаем. Погружение успешно. Где он, пацаны? Он побежал, да, за кем-то? Вот он. На раскорячка. Он же, кстати, тпхаться может, наверное, английскую. Он убил кого-то или нет? Фиг его знает. Еще один бежит, брат его, двойник. Не убил, не убил. Ну убей хоть кого-то, я ну. Я его опять убил. Не могу попасть вообще. Ты сможешь, ты сможешь. Бери любого другого аниматроника. Который, ты можешь стать невидимым, невидимым убить нас. Ой-ой-ой, взрывы мощные. Тогда я возьму. На, попей. А он уже на раскорячке сел. Вот так четко кину гранатку. Ну где он? Фликс, на. Опа, он взял эту раскорячку нашу. Чику-чикатилу. Хопа. Хопа. Меня так не убить. Ну разве что так, а так. Ой, извините. Вот. Ничего страшного. Главное, что не убил меня не аниматроник. Это та серия, где меня не может убить никто. Представьте, если бы я был бы аниматроником. Как бы я всех убил быстро. Ух ты. Бродяга, я тебя сейчас забаню. Потому что только я так могу мочить. Ого, звуки какие. Хотите, давайте я покажу. Давайте, один я убийца. Вы все против меня одного. Сейчас, подождите. Давай. Просто я смотрю, как вы играете, смотрю. И понимаю, что настоящий игрок — это, конечно, не то, что вы думаете. Ты. Готовы? Да. Погнали. Ну чё, родная, погнали. Первый пошел. Так, тпхаемся в потолок. И пока летим, гасим всех. Ну, кто следующий? Как показать вам еще? Я, вот я. Давай. Ну давай, давай, убей. Опа, опа. Вот я, вот, вот, вот. Где Димас? Че, не знаете, где я? Нет. Да я...
Че, всех убил? Не всех? О, я, короче, на вышку тпхаюсь, буду с вышки вас гасить. О, тут Пикачу маленький ходит. Привет! Сам себя убил, да ты молодец. Ты профессионал, как я. Че, пацаны, я вот на вышке, видите, вот я сижу. О, попадает кто-то. Ну слабо, слабо, очень слабо попадает. Я вот здесь рядом был. Ты не туда смотришь, я тпхнулся за одну секунду к вам. Короче, я вам показал, что возможно убивать очень всех и быстро. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Алёша и Виктор Кошак. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ну что, Виктор, ты будешь первый? Сегодня мы играем, ребята, догонялки. О, уже стоит камера, я вижу. Ой, я вас вижу на камере. Здорово. Здорово, здорово. Так, мы здесь будем, короче, сидеть, ждать его, да? Я буду, короче, низ по камере смотреть, я вам скажу, когда он снизу пойдет. А здесь он может спрыгнуть. Если что, вот сюда прыгнем туда. Прикольно. Может даже базу, да, построить еще, скажи. Ага. Но я не смотрю, Димас. Понял, понял, просто переживаю. А вдруг? Я могу ему подсказку дать. Димас. Я в узкий пароход залезаю все-таки. Ага, значит можешь, да, все-таки? Да. Понял. Мы, я тебе подскажу, Витя, мы там, где зеленое. Да, я вот сказал. Как тебе подсказка пойдет? Очень хорошая. Он идет. На камере вижу. Он бежит там. Он бежит. Ребята, классно, камера сработала. Бежим, бегите. Я бегу. Бежим, бежим, бежим. Димас, а зайти. О, ты впереди, офигеть, как вы встретились так? Димас, стой, это я. Он за нами не бежит вроде. Димас, ты впереди, ты впереди. Бежим, бежим, бежим. Я, так, 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 так. Куда-то убежал. О, здесь можно уже как-то маневрировать. Все, ждем его, ждем. Так, мне кажется, лучше всего камеру здесь поставить, потому что здесь очень большой такой просвет. Фу, блин, это Дэдпул. Блин, уже ноги не начал делать. О, Димас, беги наверх. Не-не-не-не-не-не, все нормально, все нормально. Я ж не знаю, что он так будет сильно за нами бежать. Димон, бежи. Все, его нет, он отстал. Так, все, я куда-то спрятался. Я тоже, но я в хорошем месте. Я в очень хорошем месте. Аниматроников, они хотя бы телепортировать смогут, не могут сразу пим и убить. А тут место неудобно для телепортации. Можно запутаться. Не, ну я все равно. Но я понимаю, что ему тяжело. Покемон, я верю. Покемон, ему. Это я сзади. Беги! Беги, беги, обратно. Блин, я к нему наоборот прибежал. Вот это я дотю, конечно. Я вижу, я вижу. А что, он за вами бежит? Не-не-не, вроде уже нет. Да чего вы боитесь? Он медленный кусок аниматроника. Да что ты меня не пускаешь? Смотри какой. Ха-ха-ха. Вот хорошее место. Ого. Насколько хорошее. Что такое, Витя? Да, это сюрприз будет. А, понял. Сюрприз. Привет. Сюрприз, мазефака. Че, убить тебя не могу. Прощай. Ты мог, ты просто неправильно нажимал что-то. Повезло мне. Я буду гранату назад откидывать. О, да не, не надо гранату бросать. Да я кину. Ну где это? Витя, ты где? Я не знаю, куда ты убежал. Я убежал. Не знаю. Я тут стою, тебя не вижу. Я в том же месте, где был. Дебат? Хана мне. Во! Я слышал, Витюша. Зараза! Ну, молодец, Витька, красавчик. Втроем, теперь я хочу убить кого-то. А где они? Где они? Какой цвет хотя бы там? Куда-то его потерял. Я последний остался. Я его ловлю. Димон, давай, мочи, мочи, мочи его. Здесь я правильно бегу. Здорово. Где он? Это я. О, мы нашли. А, друга. Ты уже все? Заразился тоже? Ну да. Ловим Димона Покемона. Он где-то ходит здесь. Ищем его.
идет месть. Я его нашел. Он вниз побежал, вниз побежал. Есть! Я убил Димона, а Виктор убил меня. Вы меня окружили вдвоем, кто там, Леша окружил меня и Виктор. Я начал убегать, проскочил мимо них, и хоп, Димас такой стоит. И не дает мне пройти, стал просто в проходе. Все, раз, два, три, четыре, пять. Начинаю убивать. Да, может, не надо? А может, надо? Вот мне нравится за аниматроника ходить и искать вас. Какое-то удовольствие испытываю. Красиво, ты прям рыбка ушел так. Мне так понравилось. Прям чувствую власть какую-то. Ведь я Чика-убийца. Ты зараза. Два Леха, мы их найдем быстро. Я уже прилобался к этой карте, уже понял, где тут что. Так что мы идем. Телепортироваться. Телепортироваться на Эрангельску. Все, отлично. Я ищу. Я отличное место занял. Отлично. Супер. Так. Я приближаюсь. Так, где-то они здесь. Меня здесь никто не увидит. Опа, кто-то меня засек. Тут я просек. Блин, вот бы найти тебя. Есть! Yes! Если вам нравятся такие серии, вы хотите побольше, пишите в комментариях. Можете даже в комментарии написать название карты. Мы на них с удовольствием сыграем. Так что давайте продолжать. Так, кто у нас там умер был? Я. Алёша. Алёшка, давай. Содочино садаме джо-джо. Я даже не знаю, какую музыку подлаживать. Я тебе потом скину, окей? А, хорошо, только чтобы авторских прав не было. О, смотри, Лёху пробило попеть. Давай, Лёха, теперь твоя очередь. Продолжай, слова знаешь? Как ты там, Витя, говорил, садачина, да? Садачина, садаме. Я не знаю. Вы тут заныкались по-любому где-нибудь. Нет, я прям хожу по карте, наоборот, хочу тебя найти. Я тоже хожу по карте. Тоже по карте. Ну, вот смотрите, мы все ходим, а друг друга не встречаем. Значит, карта очень большая, однако. Ого, я ее нашел! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, я тоже хочу эту нычку найти. Где она? Подскажите мне. Я убежал от него, я убежал от него. Только не веди... Не веди его ко мне. Я его видим. Ай. Блин, не знаю, куда идти. Опа, Витюшка слился. Блин, Виктор теперь знает, где я сижу, надо валить отсюда. Вот одну я собаку нашел, где вторая? О, Димас, здорово. Это моя новая нычка сюда, смотри, когда увидишь его, короче, впереди прыгай сразу вниз, понял? Угу, понял. Прикольно вперед, придумал. Вперед, смотри. Вот только ты смотри. Говори сразу, когда прыгать, или ори сильно. Бежим. Я видел. Беги. Что-то мелькнуло перед моими глазами. Что-то, это не что-то, это что? Монстр. Кто? Все, я ищу вас. Все, Димончик начал. Вы видели его сзади? Ну так быстро, это невозможно. Ну я могу, в принципе, затащить как? Если я буду просто постоянно бежать. Просто бежать. Я тебя видел. Да? А как так? Да. Я знаю, как где нычка, она сбоку там. Там надо запрыгнуть, надо просто назад запрыгнуть, шифтом. Витька, молодец, класс. Договорился, да, пацан? Ой-ой-ой. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Виктор. И сегодня мы играем в Гаррис Мод. Все просили, чтобы мы поиграли в лабиринте в догонялки. Так что, ребята, держите. Всем привет. Ну что, давайте я буду первого брать аниматроника, а вы убегайте, потому что я это придумал, и я хочу вас поубивать. Давно этого не было, все это ждали, и я это ждал. Давай, Димас, показывай, кого ты возьмешь. Вот. Смотри, какой крутой. Молтон Фредди. Ха-ха, не так сказали. Ну-ка, Димас, на присед нажми. На присед, зажми. Во. Нифига ты голову как перевернул. Тебе нормально? Ну так, больновато чуть-чуть. Тебе нормально, дядь? Дядь, тебе нормально? Я считаю до 5, не могу до 10.
Блин, тут туалет. Подожди, кто тут бегает под ногами? Так, возьмем мы от первого лица, чтобы легко было убивать. Эй, ты чё? А как по-другому? Я хочу вас умочить всех. А зачем сегодня-то? Во, смотрите, здесь можно по карте подниматься вверх. Вот так вот, да. Виктор... Я думал, я такой тяжелый, мне не затащит вверх. Виктор, сними скин, а то ты аниматроник. Ничего страшного. Нам без разницы, кого мочить. Так, а где там чилипиздрик этот бегает жирный? Какой, я что ли? Да. А ты уже бегаешь, ищешь? Ну, да, я уже убил Виктора. Жалко. Ну я еще погоняюсь. Виктор, пока не бери никого. Хорошо. Это ты что ли там? Подожди, я могу невидимым вставать? Нет. Так, тпхаться могу. Нет, тут только нет невидимости. Ага, понял. Это тебе не мешает убивать скрытно. Слышишь? Да-да-да, такие звуки стрёмные. Крутые звуки. Ладно, все, пошутили. Я слышу, как ты топаешь. И хватит, а я иду убивать. Реально звук, как в настоящем хорроре. Ты не можешь так топаешь, как будто ты весишь 500 килограмм. Иди сюда! Не могу! Так. Блин, ну не попал по жопке. Так... Забыл, как зовут твоего персонажа. Как его зовут? Патрик. Патрик, точно. Так. Димончик, а где ты у нас? А я? Ты, как всегда, хитро умный. Хитро зубый. У меня зуб хитрый. Может, ты там на карусели катаешься? Есть! Димон, я тебя нашел. Давай, Димончик, теперь ты. Сейчас будет более все опытнее. Так, давай я обнулю карту. А ты нюхаешь цветы. Ну, а вроде тебе насрали коты. Ребята, если вы знаете эту пословицу, продлите ее. Ты? И напишите в комментах, будет интересно почитать. Смотри, как прикольно Фредди шагает, Димас. Смотри. А я шагаю по проспекту, тран-тан-тан, как солдатик, да? Не знаю. Ребята, если вам нравится, как Фредди шагает, лайкосик. А ну еще пошагай, Димон. А я иду на работу в пиццерию. Блин, настроение классное. Сейчас приду. И сяду. Виктор, иди посмотри, как он шагает. Ой, как больно. Прям за голову меня укусил. Виктор, смотри. Я вижу. Ладно, все, убегаем. Поржали, хорош. Да, все. Придется вас убивать. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Такое настроение, надо только кушать. А кушать надо здоровую пищу. Например, брокколи. Гамбургер. Это пицца. Нездоровая пища. Но здоровее будешь от нее. Здоровее видали. Это, в ширину я имею в виду здоровую. А, понял. Такие это. Виктор, не моргай, тебе видно в темноте белые зрачки. Я тоже вижу. Виктор, не шевелись. Прощай. Я пошел. Че, не допрыгнул. Это я допрыгнул. Так, он меня не видит. Потому что им не надо мне видеть. Я без этого неплохо живу. Так, он там бегает. Ну, а кабан, ты где? Я иду, шагаю. Шагаю по Москве. Я знаю такую песню. Да-да-да, она подходит как раз. Так, где вы? Говнюки маленькие. Мы там, где тебя нет. Есть! Мочи его полностью. А Димас, а тебя надо? Нет. Кто мне на голове стоит? Фу! Ты мне сел на голову! Вали, фу! Так некрасиво поступать. Виктор, давай теперь ты. Давай, Димон, теперь запрячемся жестко только. О, ну я умею так. Он долго искал нас. О, я нашел нычку крутую. Я буду смотреть стенку. Все, Витя, ищи.
Нет. Димон, ты спрятался. Тебя сейчас съедят клещи. Какие кли... Ой, подожди. Подожди, подожди, подожди. Ну все, давай. Виктор, ты можешь. Ты это сделаешь, мы в тебя верим полностью. Но сегодня нет. А завтра? Только завтра... вчера. Завтра только не вчера, а сегодня. Карта классная. И вообще спасибо, что пишете в комментариях, что нам снимать. Не надо ничего думать. Прочитал комментарий и просто снял. Так что пишите, и мы будем все снимать. Да, Димончик? Конечно. Да, и у Димона свой канал есть. Не забываем переходить по ссылочке и подписываться. Так, где там Ванюк? Ну что, Димон, ты запрятался хорошо? Да. А ты не веришь? Верю. Верь в меня, ёжик. Кто понял, ребят, прикол, пишите плюсик в чат. Верь в меня, ёжик. Меня Витя увидел, просто убить не может. Ай-яй-яй, убил! Блин! Нашёл, нашёл. Спанч Боб, он сливается на желтой карте, поэтому его очень классно было брать. Но Витя меня нашел. Так, я добрый. Я тоже хочу FNAF 6 взять аниматроника и Димона помочить. Давайте ищите. Я за нее еще не играл. Как ее зовут, я забыл. Скрай Бэйби. Она сделала третьего лица, чтобы ее рассмотреть. Во! На конячках. Димон, слышишь? Конечно. Там что, чайник? Да, кипит. А кто у нас еще там есть? Во. Вильям Артон. Что такое? Это Спринг. Автон. Автон. Стрит меня. Подожди, на какую кнопку? На Катрейл. О, и чё, и ничего. Просто поломатая голова. Да и хорошо всем. Пошли шкандыба Димона искать вместе. Ищи два алкаша. Мы даже догнал, да? Кстати, прикольно придумал. Мы устали просто очень, но мы тебя убьем. Давайте не... О, так подожди, Вить, смотри. Ой, лови его! Есть, есть! Ах, мы тебя поймали, ты прям навстречку. Давай еще, Димончик, мы тебя поищем. Давай еще разок, мы медленные просто. Так получилось, что мы встретились. Давай, Витя, за мной, погнали наверх. Эх, как медленно он поднимается. О, а ты нажми на shift. Ничего себе медленный. Так, ищем его. Может, а, подожди, может тут как-то открыть можно, не? А ну я здесь поднимусь. Во, я здесь еще не был на этой части карты. А что ты там видишь? А я слишком жирный, не долажу. Я застрял. Подожди, может ты в воде? А где вы там, Дима? Я в воде, ищу тебя. Блин, а что, выбраться не могу? Эй! О. Может, ты где-то за столбом? Может. Может, я за столбом. Он где-то здесь. Я это чувствую. Да-да-да, я где-то тут. Он наверху. Да, я внизу. Нет, ты наверху. Я уверен, что где-то ты где-то там. Ах ты говнюк маленький, иди отсюда. Фу, меня сейчас стошнит. Я заметил, вон здесь. Вон он там, наверху. А, наверху, да, все-таки? Да-да-да, в оранжевой комнате. Какой комнате? Ой, поймал, прям на лету. Есть, Витек, это было красиво. Витя, он за тобой идет. Это вижу, я бегу, и он кругами ходит, смотрите. Еще один пришел. А вдвоем они могут тебя убить. И меня могут убить. Но я убегу от них.
Потому что эту карту знаю наизусть. Я обманул. Сандер, Дима, я не знаю, куда идти! Ух. Бегите, бегите. Помните, мы их убивали АР-2 шарами? Помню. Вот чем надо их мочить. Давай. Уч. Ого, ты прям так убежал от него. Красиво. Димон нас убил. И у всех, но не Слендера. Я Слендера, кстати, убил. Да что? Они за тобой идут, Витя. За Димона бегут. Нет, спасите. Тебя никто не спасет. Ай, теперь за мной. Ой, за мной. Димас, давай, нападай на него. Димас, души его, души. Там шарма летает, осторожно. А, спасибо тебя. Я его убил. Нет. Он горел и в это время убивал тебя. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.